Ты знаешь, сколько денег я из-за тебя сегодня потерял? Дамы и господа, это последний бой в нашей программе. Предлагаю всем вернуться в зал. Клуб «Раскардаш» угощает всех шампанским. Хорошая работа. Работает мешки таскать. Славик не появлялся или я проглядел? Не появлялся, Артур Надирович. Странные люди. По-хорошему намекаешь, что долги надо возвращать. Не понимают. Ну что ж, мы люди не гордые. Намекнем еще раз. Королям тогда и девятки уйдут. Подкрались прям как я не знаю кто. Извините, Танечка, я не хотел вас испугать, честное слово. Вот, примите, так сказать, в знак искупления вины. Спасибо. Хамза у себя? Да, но к нему сейчас лучше не заходить. Он сердитый, аж искры сыпятся. Не один. У него серьезный разговор. Будем ждать. Шеф, клиент доволен. В конторе бабки капают. Значит, и вы довольны. В чем проблема-то? Скажите, пожалуйста, Андрей, вы инструкцию читали? Там русским по белому написано, клиента не оставлять ни на секунду. Пока вы там мордобоем развлекались, с ним могло произойти все, что угодно. Да кому он нахрен сдался? Вы лучше скажите, кто-то стукнул, что он мне за победу отстегнул? А он отстегнул? Много? Нормально. Никто же не думал, что я этого бугая сделаю. А я сделал. Так что, можно сказать, честь нашей конторы отстоял. Поощрить? Вы скажите прямо. Если надо поделиться, я поделюсь. Сколько? Процентов 10, 20? Нисколько. Деньги вам самому понадобятся, пока будете искать себе новую работу. В смысле? А вы уволены. Что? Свободны. Удостоверение. Смотри, куда прешь, корова. Очень самокритично. Только не корова, а бык. Чё ты сказал? Я говорю, что если у тебя нервишки шалят, так их нужно лечить. А перед девушкой придется извиниться. Пусти, Толя, сволочь! Толя, отпусти его. Он уходит. И очень быстро. Понтовщики дешевые. Понтярщики. Земля круглая. Увидимся. Да. А я думал, она квадратная. Заходи уже. Что это с ним?
Проф непригодным оказался. Представляешь, какая неприятность? А, ну, все понятно. А для тебя есть работа. Роман Саныч, вообще-то мне еще неделю отдыхать. Толь, а? Ну какой отдых при такой погоде? Потом догуляешь. Вы всегда так говорите. Правда? Да. Не замечал. Угу. Клиент перспективный. Грех упускать. Островский Вячеслав Сергеевич, 25 лет. Золотая молодежь. Чей-то сынок? Да нет, деньги заработал сам. Компьютерный бизнес. Мозги, говорят, у него золотые. Программист от Бога. Золотым мозгам понадобилась охрана? Да нет, не угадал. Договор с нами заключила его сестра. Как бишь ее? Сенчина Лариса Сергеевна. Знакомая Сенчина. Фамилия? Муж, который владелец заводом газет пароходов? И еще очень много чего. Точно. Лариса опекает брата как мать родная и хочет, чтобы он был у нее под присмотром. Понятно. Добрый день. Здрасте. Вы Лариса Сенчина? А вы, вероятно, Тихомиров. Да. Ваш начальник очень подробно вас описал. Правда? Вас тоже. Роман Саныч вообще талант к составлению словесных портретов. Вот как? Интересно. А где мой подопечный? Сейчас подойдет. А вот и он. Видимо, у Славы были тяжелые переговоры, и он немного... Снял напряжение. Тихо, я сам. Сами знаете, как это бывает. Привет, каменная башка! Ларисочка, привет! Привет, сестренка! Привет. Ой. Иди уж садись. Соскучился по тебе. Привет, Рома! Да, как милый. Тут без меня? Извините. Выпить хочешь? Да, все нормально. Что-то не откроется. Рома, помоги. Хорошо, как скажешь. Рома! Да, дорогой? Я не знаю, что хорошо. С тобой делать. Ну, смотри. Через полчаса буду. И я тебя целую. К сожалению, я не смогу с вами поехать. Давайте я познакомлю вас с нашим водителем. Рома? Добрый день, Лариса Сергеевна. Здравствуй. Знакомься, Тихомиров. Он будет у Славы телохранителем. Телохранителем? Да. Покажешь ему дом, поможешь устроиться. Вроде все. Можете приступать к своим обязанностям. Желаю удачи. Да. Анатолий. Роман. Давно у него работаешь? 2 года. И как? Сам скоро узнаешь. Слушай, а что, вот так тебе может любой позвонить в контору, ну, заплатить денег, и ты будешь охранять, как в кино, ну, грудью защищать, все такое. Ну, любого не буду. Знаешь анекдот, когда мужик звонит в охранное агентство? И спрашивает, скажите, вы гарантируете полную безопасность своего клиента? Угу. Говорит, да, гарантирую. Да. Ну тогда подъезжайте к банку в 2 часа ночи. Ой, ну Лен, ну Лен, что ты? Вот так. Это отец его. В конце 90-х убили. Пошли. Ладно, давай тебя где-нибудь поселим. Ну что, Рома, показывай. Есть вариант, но он в конце дома. Показывай. Стильный домик. А мне он, если честно, не нравится. Почему? Поживи здесь, поймешь. Тут гостевая. Вид из окна хороший. Кровать большая, я бы эту взял. Правда, по утрам солнце шарашит прямо в окно. Да? А что у вас вот за этой дверью? Она же маленькая. Да? И кровать там полуторка. А-а-а. Ну, давай посмотрим все равно.
Ну, я же говорил. Да. Пожалуй, я здесь и поселюсь. Почему? Очень удобно возле лестницы. Можно контролировать все передвижения по дому. Вот ты ночью вздумаешь шастать, а я тут как тут. Ишь ты, типа днем и ночью на посту, что ли? Ага. Работа у нас такая. Интересно. Алло. Славик? А он сейчас не может подойти. Может передать что-нибудь? А ты кто? А я его телохранитель. Ты кто? Меня зовут Анатолий, я ваш телохранитель. Кто? Телохранитель. Бред какой-то. Тут звонил некто Кардаш, и я сказал, что… Трубку не бери больше. И вообще, чтобы духу твоего здесь не было, понял? Мне никакой телохранитель не нужен. Ну как, любимая? Нравится? Ну, пока не очень. Ну, это я снесу. Это я тоже снесу. А вот с тем корпусом пока еще не решил, что делать. Ну, наверное, тоже снесу. Пойдем, пойдем. Что покажу. Же останется? Да практически ничего. Все буду отстраивать заново. Да и тут крошится все. Надо ломать. А зачем же купил? Ты что? Борис, любимый, это же чистое золото. Да. Вот железная дорога рядом, шоссе рядом. А главное, все коммуникации подведены. Ты знаешь, сколько охотников было на этот завод? Виктор, ты как ребенок. Радуешься своей новой игрушке. Наша игрушка, любимая. Я тут через год-полтора такой построю. Я тут такое построю. Ну, пойдем. Пойдем, а то пыли надышишься. Осторожно, осторожно, не споткнись.
С добрым утром. Я уж думал, ты мне приснился. Боюсь, что нет. А я боюсь, что да. Так, значит, я сейчас в душ, и когда я вернусь, от тебя должны остаться только неприятные воспоминания. Ясно? По-моему, замечательный план. Да, замечательный. Но, к сожалению, невыполнимый. Да? Это еще почему? Контракт с охранным агентством заключила ваша сестра, Лариса Сенчина. И только она может его расторгнуть. Да что за бред? Ты вообще сам понимаешь, что ты говоришь? Может быть, вам стоит поговорить со своей сестрой? Блин, она еще и советы дает. Да. Алло, Лариса. Ну, здравствуй. Ну, что за бандерлога ты мне подсунула? Угу. Да, стоит. Бассейном любуется. Ларис! Меня не нужно охранять! Не нужна мне никакая охрана! Завтра ему другой деньги заплатит, и он меня подушкой придушит. Или... Или в бассейне утоплю. Я не знаю, в бассейне утоплю. Ты даже не представляешь, как я испугалась, когда на тебя напали эти типы. Ну, хорошо. Если бы я подарила тебе собаку на день рождения, ты бы тоже отказывался. Вот, видишь? Давай будем считать, что телохранитель – мой тебе подарок на день рождения. Да-да, не отказываются. И в зубы не заглядывают. Конечно, только ради меня. Вот и славно. Я тебя очень люблю. Да, с ней проще согласиться, чем переспорить. Ну что, охрана? Охраняй! Я сейчас в душ, можно, да, скажу? Или что, под конвоем? В душе вам ничто не угрожает. Я уже проверил. Вот радость-то какая! А где угрожает? Здесь, может быть, в бассейне угрожает? Или, может, вот там, на улице? Или где? Здесь? Я с утра проверил всю территорию. Скажите, а кто разрабатывал вашу систему наблюдения? Понравилось, да? Очень профессионально. Простите, как вас зовут? Анатолий. Анатолий. Так вот, Анатолий. Так вот, Анатолий, эту систему разрабатывал я. Прекрасная работа. Я знаю. У меня еще один вопрос к вам. Мне необходимо знать ваш распорядок дня. Мой распорядок дня? Простите, а как вас по отчеству, Анатолий? Валентинович. Анатолий Валентинович. Так вот, мой распорядок дня – это никакого распорядка дня. Вот так. Жаль, придется составлять. В его возрасте я огромные баулы со шмотками из Турции таскал. И самым большим развлечением было поспать. Хотя бы 8 часов. Помню, помню, папа рассказывал. Как вы на таможне уснули, проснулись, а сумок нет. Да мы тогда чуть с ума не сошли. Деньги на товар взяли в кредит, а ты говоришь клубы. Ну, не сердись. Просто Славик еще очень молод. Знаешь, если ему нужна охрана, я бы мог дать своих людей. Тогда бы он точно отказался. Ты же знаешь, как он ревниво оберегает свою независимость. Мне бы не знать. Ну вот ты опять сердишься. Нет, я не сержусь. Я не сержусь. Просто ты возишься с ним, как с малым ребенком. А он, между прочим, здоровый мужик. Причем очень и очень небедный. Наверное, он навсегда останется для меня маленьким, беспомощным мальчишкой у могилы отца. Прости. Ну, теперь ты расстроилась. Ну, прости, ты все сделала правильно. А я, дурак, сразу не понял. Знаешь, а давай я сейчас отменю все встречи. И рванем мы с тобой на озеро. Ты и я. Давай? Раз на раз не приходится. То неделями никуда не выезжаем, то носим с по городу, как угорелые.
Ну, а может быть, есть какие-то места, в которых вы бываете постоянно? Ну, я не знаю. Кафе, рестораны, офис. Дома весь офис на компьютере. Даже машина к интернету подключена. У тебя тут птичка похулиганила. Где? Что это? Москва! Птичка! Рома! Ром! Ром! Ром, можешь вставать. Уже все взорвалось. Как достали меня его приколы! Когда-нибудь мое терпение лопнет! Ну что, где? Где хваленая реакция бодигарда? А если бы это не я был, граната могла быть настоящей. Могла. Да. Ром, ну ты что, давай вставай. Только я вас видел. Что? Где ты меня видел? Ты меня видеть не мог. Ты спиной стоял. Стоял спиной. Ну? А вот здесь в отражении все видел. Ну что ты сидишь-то? Давай вставай. Через 15 минут выезжаем. Гранату заберете? Говори. Артур Надирович, у меня есть для вас новая информация по Славику Островскому. Он нанял себе телохранителя. Интересно. Похоже, Артур Надирович, он не собирается отдавать долг. Ясно. Пора предъявить ему счет с процентами. Я найму человека следить за ним. Ты возьми под контроль. Хорошо, Артур Надирович. Угу. Не хочу, чтобы он выкинул какой-нибудь фортель. Сядет в самолет, как на прошлой неделе. И тю-тю. Иди. Вячеслав Сергеевич поедет сзади. Так всегда же... Вот так вот, Ром. Мы теперь с тобой люди подневольные. Кинга. Кинга охраняли, да? Охраняли. Кинга шлепнули. Кеннеди. Кеннеди охраняли? Охраняли тоже. И тоже шлепнули. В Буш стреляли. Шлепнуть не шлепнули. Но попали. И это все при том, что у них охрана не меньше 100 человек было. И что ты вот хочешь сказать, что ты один сотни стоишь, да? Я даже десятка не стою. Ну вот. Видишь? Что оно и требовалось доказать. Только на Кеннеди было около 20 покушений. Их предотвратили. Только для него это слабое утешение, да? А если захотят тебя убить, все равно убьют. А ваша охрана – это сплошная показуха. Да, выманивание денег. Вот так. Ух ты, смотри, какая девочка! Так, Рома, тормози быстро! Нет, Ром, тормози, ты че? Езжай дальше! Ром, ну ты! Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Ты тоже просто жлоб. Да, молодец. Слушай, подожди, а сегодня четверг? Нет. А что? Я просто не хочу Ларисину мораль слушать. Она сюда по четвергам ходит, а я по 30-м числам. Традиция такая. Да. Кстати, тебе тоже надо постричься, а то хуже, как не знаю кто. Ну-ка, пойдем. Я в следующий раз. Ну, как знаешь.
Да. Мы у салона красоты. Наблюдение установлено. Не люблю я эти тусовки у Славика. Помнишь, в прошлом году табун разукрашенных девиц в перьях? Зато как весело было. Да. Это же его праздник. Да, праздник-то его, но костюм шампанским залили мне. Ой, опять ты сердишься. Да нет, я не сержусь. Да? Даже забавно. Ну, я побежал, родная. Пока, дорогой. Возвращайся пораньше. Хорошо. Они вышли. Понял. Понял, до связи. За ними. Включи правый поворот и сверни налево. Разворачивайся. Зачем? Делай, что говорят! Ого, вечер перестает быть томным. Не останавливайся. Сейчас налево под кирпич. Налево нельзя, односторонне. Не спорь. Разрешите? Докладывай. Новости только хорошие. По казино прибыль увеличилась на 8%, по ресторану на 12%. Небо затянуло. Чем холоднее на улице, тем выше у нас посещаемость. В конце месяца обещали заморозки. А я не хочу. Я не хочу, чтобы моя прибыль зависела от погоды. Лучше реши проблему с Островским. Ясно? А? Хорошо, Артур Надирович. Остановись здесь! 5 нарушений за 3 минуты. А что сейчас было-то? Что за финты и дрибли? Мне показалось, что за нами следят. Показалось. А что тебе еще показал? Может, у тебя мои преследования? Садитесь в машину. Пожалуйста, забыл сказать. Рома, поехали. Рома, в офис. Еще внизу. Да, да. 2 подписи и все. Хорошо. Готово. Да. Ну-с, господа, владейте и распоряжайтесь. Как там у классика? Хороший пароход в хорошие руки отдаю. Вечером отметим сделочку? Ну, а как же? Я все устрою. Все отлично. А где? Отличное место. 3 вип-зала. Прекрасные девочки. Ну, все как надо. Не беспокойтесь. Договорились. Поздравляю. 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 Подарочек в клуб потащишь? Здрасте. Придется. Ну, а что? Нормально. Стоп. Оп! Он свечку Блин. Держать будет. Ну, все, да. Удачи. Вот какая. Оп! Мальчик еще 2 мохито и орешки принеси нам. Ой, ну что, мальчишки? Ну что, все здорово? Вообще, смотри, как детки зажигают. Сразу видно, кому летом с женихами не повезло. Может, в раскардаш переберемся? Не, я пас! Достало. Карвыш сегодня выход.
Дядь, поаккуратнее, ходи немного. Так, не понял. Толя, спокойно, ты не обознался. Все нормально, мы уходим. Диана. Пошли, пошли. Рада видеть. А кто это? Извините, можно пройти? А? Кто это? Свои. Ну ты даешь, красавец. Ну как ты усадки, а? Уважаю. А твой-то? А? Как коршун налетел. Сестра до плохого не убирает. Молодец. Расслабься, солдат. Все в порядке. Я мириться. Оп, парни, это вам. Сергей. Без обид? Без обид. Славик. Давай, парни. А я уже пару месяцев как переехала. Вот его охраняем. Чего не позвонила? Я, в отличие от некоторых, свой номер не менял. А зачем? Все ведь прошло? Как мама? Ты ведь у нее живешь? Мама в начале лета умерла. Прости. Среду. На острова. Да ладно. Море, солнце, девочки туземные. Завидуй, завидуй. А я что, здесь буду чахнуть? Да чахнуть. Дождь, асфальт. Да? Девочки в калужах. Пора проведри, пойдем. Ребята, вы такие классные. Нам пора. Увидимся. Значит так, завтра? Не, а лучше послезавтра. Вот так. Всех приглашаю на острова. Договорились? Окей. Поедем на острова, едем. И тебя тоже. Славы. Все, пойдем. На острова увидимся. Все, все пойдем, 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 Толя, пойдем. Опа! Рота! Подъем! Ну ты что, испугался, что ли? Слушай, спать в такой день – это вообще должностное преступление. И что сегодня за день? Сегодня мой день. День моего рождения. А, поздравляю. Спасибо. Спасибо. Я брюки одену. Можно? Можно, можно. Да, сестренка, привет. Спасибо. Ты первая, да. Дверь закройте. Да-да, спасибо, спасибо огромное. Доставку подарка я беру на себя. Сам поедешь? Так надежнее. Славик меня в лицо не знает, а народу соберется много. Разумно. Да, не волнуйтесь, я сейчас же позвоню нашему человеку. Начало в 9, но народ подтянется не раньше 10. Да, проведу. Стрелки. Ворошиловские. Ну, круто. Дай-ка я попробую. Так. Готово. Да блин, да из этой дуры никуда не попадешь. Слушай, можно я свою попробую? Угу. Вы
крыши цельтесь. И левую руку на упор. Так? Да. А? Каково? Можно? Да, конечно. Хорошая игрушка. Соседи не возмутятся? Да нет, я думаю, нет. Я предупредил их. Сказал, что шумно будет, да еще вечером салют будет. Так что нормально все, думаю. Понимаешь, сегодня народу полно будет. Публика навороченная. Но у тебя явно наряд не камильфо. Я тебе купил такой белый костюм. Ну, как у Джеймса Бонда. Думаю, тебе понравится, да? Наденешь? Нет проблем. Белых тапочек не хватает. Сестренка, привет. С днём рождения, братец. Спасибо. Спасибо, спасибо. С днем рождения. Спасибо. Так это и есть подарок Ларисы? Да. Ну, вылитый Джеймс Бонд. Ну, сестра от плохого не подарит. Ну, у меня подарок попроще. Но тоже имиджевый. Ну-ка. Ух ты, просто супер. Здорово. Толь, смотри, какая штучка. Такой бошку-то можно проломить получше, чем бейсбольной битой, да? Но выглядит как-то, как-то поэлегантнее выглядит, не? А? Спасибо. Спасибо большое. Как бизнес? Вашими молитвами. С днем рождения! О, кого я вижу! Здорово! А ты думал, я забыл? Нет, брат, это тебе. Спасибо. Ну как? Флешка с брюликами. Стильно. Спасибо. Привет. Привет. Видишь, встретились даже раньше, чем ожидали. Ну да. Ларис, нравится? Красиво. Серег подарил. О! Вот так. Прекрасно выглядишь. Спасибо. Тебе тоже этот костюм идет. Если скажешь, что я в нем похож на Джеймса Бонда, я тебя покусаю. Но это действительно так. Смотри, бутылка со спаянными донышками. Узнаю Зиночку. В прошлом году она подарила со спаянными горлышками, да? А в следующем году, наверное, подарит крест на крест. Так, а это что у нас? Ну-ка, дай открою. Лошадь без головы. Да. Да. Как-то фантазии тоже маловато, да? Крестный отец только наоборот. Это от кого? Да какая разница? Ладно, пойдем. Прошу прощения. Минуточку внимания. Я очень всем благодарен, что вы пришли. Спасибо огромное. Спасибо. Вы все подарили очень много классных, прикольных подарков. Но самый лучший подарок, пойдем, Толь. Мне подарила моя сестра. Спасибо, сестренка. Спасибо. Умница. Итак, супер-бодигард. Настоящий терминатор. Он не только охраняет хозяина, но и заменяет его в некоторых пикантных ситуациях. Правда, для этого пришлось немножко усовершенствовать. Прошу внимания. Халле! А ничего. Пропади ты все пропадом. Ноги моей здесь больше не будет.
Да, Роман Саныч. Тихомиров, слушай меня внимательно. На клиента сегодня будет совершено покушение. Не упускать его из виду ни на секунду, ты понял? Вы Вячеслава не видели? Кажется, наверх пошел. А что?